الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. С вами Умалик опять, и у нас очередная буква, которая пишется достаточно просто, легко, да, как буква, которую мы до этого с вами брали, буква Та, только у нее три точки. Эта буква читается как буква Та, Та, да, то есть на сукуне Эф, Та, Ти, Ту, Та, Ти, Ту. Пишется, как я уже вам сказала, точно как Та, поэтому во всех положениях она пишется на строчке, да, есть момент, когда она в середине или в начале, да, пишется только на строчке. И уже мы не видим вот этого закругления, окончания, да, то есть и точки перебегают на эту часть. Если у нас соединяется с предыдущей, последующей, то мы видим соединительную линию. И если в конце соединения, то... я потеряла одну точку здесь. Вот, то есть три точки у нас, да, три точки, как у нас уже было в букве Щин, они могут писаться просто, если на письме, вот в виде такой шляпки, да, для облегчения. Да, для, ну, уже в мусафе вы увидите точки. Тэ, ти, су, да, аф с сукуном. Читаем примеры. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите под видео, на любую букву, которая у вас возникла, иншаллах, постараюсь на это ответить. Вот, жду ваших вопросов и поддержите проект. Бас, сиб, тем, син, темер, темен, теуру, теубу, Тейбу, мислю, муслю, мэталю, кэусэру, экфэру, юкфиру, эсбэта, юсбиту, истэкфэра, естэкфиру, истэскала, естэскилю. Да, обратили внимание, наверное, что буква Син, да, читается чуть-чуть протяжно на сукуне, то есть мы ее не укорачиваем, да, не говорим «исы», «исы», нет, «ис», «ис», да, например, как это «са», а «син» было, и буква «са», да, то же самое. У нас мы читаем ее на сукуне, да, «бэс», «бэс», не говорим «бэсы», или истэскала, да, истэскала, не говорим истэскала, да, то есть резко ее читать не нужно, она чуть-чуть тянется, как бы на сукуне длится этот звук, и даем ему завершиться, ну, в рамках буквы. Баракаллаху фикум, субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ля илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ассаляму алейкум ва рахматуллахи. Вам дорогие.